Канале Лучшие Братишки. Сегодня будем снимать вторую часть про заброшку. И с вами сегодня наш Андрей, я Серый, точнее Серый Го, и оператор Саня, он любит быть и оператором. Подписывайтесь на канал Серый Го. Сейчас мы пройдемся немножко вот здесь. Прогулись. Да, там очень хрупкая конструкция, вот сними, какая там дыра. Не очень. Там есть деревянная дыра. Из одного окна в другой идти. Не классно, там кто-то идет. Настя рискует и падает. Жуткие падения руферов. А прикинь, я так спортануть Настю. Да. Настя, ты куда? Настя, дура. Без обид, но... Простите, если мы что-то... Простите, но если мы что-то скажем, но просто нас перехватывают эмоции, потому что она залезла на очень хрупкую вещь. Называется серия. На балконе. Не, го в дыре сходим. Да, го в дыре. Да, мы в дыре. Тут свет. По стенам четыре такие дыры. Свет, дай мне свет. Я первый пойду. Да, свой свет дам. Сейчас, народ, мы залезем в такие дыры. Тут их четыре. Камеру давайте. На камеру. Даем Андрею. Стой. Камеру. Погоди, я еду. Можно я? Я оператор. Ну, блин, ну ладно. Я работа. Тут, вот тут такие проходишки. Довольно длинные. Тихо. Я один слышу голос. Погнали назад. Погнали назад. Назад, быстро. Я слышу, честно, я не обманываю. Ну, какой-то мужской, бабский голос. Ну, как Настя, нет, действительно, это голос какого-то взрослого человека. Мне кажется, что это такая слышимость из-за крыши. Да, кстати. Наверное. Любимый оператор. Мы сейчас пойдем на второй этаж. А, нет, не пойдем. А тут балкон идет. Да, тут разбито окно. На балкон. Да, на балкон. Короче, ребят, сейчас мы спустимся. Только тут эхо. На балкон. Тихо. Тут очень слышно. Даже если шептом, то эхо большое. Да, Настя? Давай. Смотрите, какой отсюда. Смотрите, какой отсюда вид. Вон там мы живем. Сейчас мы уже пойдем. Из балкона. Эх, красиво тут же. Ну, Серый. Давай быстрее. Народ, надо закрыть окно. Смешно. Не смешно вообще. Погнали. Погнали. Погнали, все. Тут дверь. Да, там дверь, и причем эта дверь есть уже. Куда пойдем? Здесь у нас даже. Чик-чик-чик-чик. Там наша развлекательная комната. А тут у нас пыль. Комната для меня не ножи. Да? Не надо. Там жилые дома, поэтому нас легко могут спалить. Все. Кто подумал, то окна сами открываются. Ну что, может, будем влезать, народ? Все, не надо. На первый этаж. Да, погнали на первый. Вон там даже человек сейчас. Вон. Где? На грядке, видишь? А, вижу. Главное, чтобы нас все запалили. Сейчас мы... Да, первый этаж и подвал. Не надо. Это громко, я только один раз понял. Сейчас мы спустимся на первый этаж. Сделай осы. Он там осы бы сделал, и этот осы оттуда. Да, подожди. Там осы победили. Все, не надо. Андрей вейперит. Фу, вейпер. Видите, на сколько денег здесь
Народ, смотрите, рисунки. Цветочек. И... Время рубрики Андрея Вейпера. Гоф-подвал. Гоф-подвал. Сейчас мы идем в подвал. Тут есть еще наша супер-супер-маленькая. Вот это. Вот тут есть такие? Вот эта маленькая кошка, да. Через которую я залезла. Да, вы кто такие, я вас не звал, называется. Макс. Сюда Макс уже залезал, да. Давайте. Ой, тут лесенка есть. Так тихо. Сейчас мы... Я сейчас залезу. Можете тоже залезть. Передам камеру. Маленький угол. Маленький входик. Да, тут есть. Серый, погнали в темную комнатку. Это? Смотрите. Тут очень темно. Да и что ты не пусти? Это как в подвале, видишь? Народ. Это как? Знаете? Я туда не пойду. Я не пойду туда. Дверь! Чего там? Открывай. Откройте. Не будем, не будем вылезать, но тут есть лазейка. Мы нашли дверь. Все, погнали. Ну что, народ, го выходить. Народ, давайте выходить, скучно. Сейчас мы покажем, как мы будем вылезать. Я, как всегда, буду последним вылезать, потому что я закрываю окно. Настя, не через это. Закрывай, закрывай его. Закрывай его. Закрывай его. Давай, вылезай. Ну, быстрее. Хорошо, вы там... Ну, Саня! Что-то не первый раз здесь. Давай, не бойся ты. Да что ты, блядь? Что ты блякаешь? Я вообще прыгаю. Все, давай. Сейчас мы будем заканчивать наше видео. Всем удачи, всем пока. Вы были на канале Братишки. С нами сегодня были. С нами сегодня были. Серый, Настя, Андрей и Саня. И Андрей. Всем удачи, всем пока.